Новые знакомства, дружная команда, полезные проекты. Юноши и девушки со всего округа приняли участие в образовательном интенсиве «Школа добровольца», который прошел в Голицыно. Одинцовский молодежный центр организовал насыщенную программу для всех, кто занимается волонтерской деятельностью и хочет знать о ней как можно больше. У нас, конечно же, в первую очередь это командообразующие тренинги, это коворкинг, то есть ребята будут обмениваться контактными данными. И дальше они будут реализовывать свои проекты, и это все, конечно, будет в игровой форме делаться. То есть будут специальные квесты, через мессенджеры будут им поступать задания, которые они будут выполнять. Матвей и Даша приехали на форум, чтобы получить новые знания в сфере волонтерства. В городе они помогают проводить различные акции. Говорят, что самое важное – понимать людей и их проблемы, уметь оказать необходимую помощь. Мероприятие достаточно интересное, причем с проживанием, достаточно длительное. Это, в принципе, я считаю, очень интересно должно быть для каждого человека, который в этой сфере как-то заинтересован. Вот наша организация «Волонтеры-медики» приняла в этом активное участие. Ребята приняли участие в командных играх и представили свои социальные проекты. Изучали опыт волонтерских организаций округа, говорили о мотивации и трудностях, с которыми порой сталкиваются добровольцы. У каждого есть какие-то свои определенные навыки по работе с молодежью. И, соответственно, мы их применяем ради того, чтобы молодежь и люди разных возрастов у нас, в принципе, знали то, что этого дела не стоит бояться. То, что помогать людям, это действительно приятно и хорошо. Приехало порядка 120 ребят, ребята из различных волонтерских организаций. И три дня будет очень крутой интенсив образовательной школы добровольцев. Ребятам вручили сертификаты и наградили победителей. Но это для них не главное. В разгар пандемии волонтеры не раз доказывали свою незаменимость. Прийти на помощь всем, кто в ней нуждается, добровольцы готовы в любой момент. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».